Добрый день всем. Сделали вот такой себе столик, проворачивающийся. Коробки банановые скреплять. В общем, слепили из того, что было. Это вот ступица от Форда. Подшипник стал шуметь, в общем, приспособили его сюда. Это у нас шкив от Приоры. Вот, валялся там в металлоломе. Ну, это профиль ножки. Труба 76-я. Вот эту можно любую, да, вверх? Не, ну, мы ее под коробку сделали. Вот потолще, конечно. Ну, тут просто кусок металла у нас не было большого на всю. Поэтому нашли маленький кусочек, приварили, а к нему уже доску под размер дна бананки. Есть короткие бананки. И не надо бегать вокруг.